Купили вот такую раколовку. И вот такая у нас была, как кубарь. Вот пришли проверять. Поймали 3 самёнки и 1 окуня. И вот такие креветки, вот они. 1, 2 креветки. Вон, 3, 4. Вот она, 4-я креветка. Посмотрим, в каком кубре будет лучше ловиться. Вот наш улов. 3 креветки и 3 вот такие самёнки. Вчера поставили раколовку, которая нам пришла с Алиэкспресс. Ссылку я оставлю на раколовку под видео. Сейчас посмотрим, как она ловит. И сравним с той раколовкой, какая лучше ловит. Давай, Ибрагим, вытаскивай. О, черепахи сидят. Давай, доставай. Ложи. Смотрите, сколько креветок мы поймали. И 2 черепахи. Черепахи мы отпустим. А креветок соберем и покажем сейчас. Вот такой самёнок маленький тоже зашел. Вот такое количество креветок мы поймали. Здесь еще вот есть они. Вон большие креветки. Вот такое детское ведро. Полное практически. Ну вот, пришли на большую нашу раколовку. Сейчас будем проверять, в ней больше поймалось или в той. Поймался у нас один такой сазан. Маленький сазанчик. Вот такой сазанчик. Вижу две креветки. Вот одна, вторая. Креветки неэффективно ловятся все равно в этой раколовке. Лучше крупная рыба заходит. Вот такие можно сазанчиков ловить. Вот такая у нас раколовка. Ну вот, пришли проверять нашу раколовку. Поставили в такой речке. Сейчас посмотрим, что там попалось. Поймали вот такое количество креветок. Все крупные. С ночи. Это хорошо ловит, это китайская раколовка. Вот наш улов.
Ну, видно, черепаха. Поймали вот такого маленького самёрнка. И вот такие креветки. Одна черепаха попалась, уснула. Вот такое количество креветок мы поймали за один раз с новой раколовкой. Ловушку, что ловится.